В один из жарких летних дней группа дорожных рабочих собирала мусор на трассе возле Нью-Йорка. Неожиданно они услышали резкий протяжный лай. Мужчины были вдалеке от города и не ожидали увидеть здесь собаку. Последовав на лай, рабочие отошли от трассы и ближе к лесу увидели собаку. Бедняга был привязан к дереву за поводок. Несмотря на печальную картину, пес невероятно обрадовался, завилял хвостом и был явно удивлен тому, что к нему пришли. Его привязали к дереву в отдалении от дороги, в месте, где его едва ли могли заметить. Неизвестно, сколько бедняга просидел на 30-градусной жаре на привязи, но было ясно, он очень хотел жить. Рабочие вызвали полицию, и прибывшие полицейские забрали пса и передали в приют датческого TSPCA. Песику дали кличку «Пеше». Сотрудники не понимали, кто и почему оставил такую очаровательную собаку на произвол судьбы. Пеше был настолько милым, добрым и совсем не боялся людей. Хотя Пеше был обезвожен, ветеринары не нашли у него никаких проблем со здоровьем. Сейчас он живет в приюте и не может нарадоваться тому вниманию и любви, которым теперь постоянно окружен. Полиция активно ищет того, кто так жестоко поступил с собакой, чтобы призвать его к ответственности за преступление. К счастью, сейчас Пеше в полной безопасности, накормлен, счастлив и любим. Скоро для него начнут подыскивать хозяев, он обязательно обретет самый любящий дом. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.